Приветствую, друзья, на канале Репатриарх. Я Артур Мурадян, и сегодняшнее видео будет посвящено Первой Республике Армении. На мой субъективный взгляд, все, что имеет очень короткий жизненный цикл, обладает особенностью притягивать внимание и будоражить сознание. Уверен, на самых разных примерах вы замечали, с каким интересом готовы следить за ярким возникновением и стремительным угасанием того или иного явления, предмета, известной персоны в публичном пространстве. Любознательность ведет нас от созерцания процесса цветения сакуры до напряжения от неожиданного взлета и трагического падения кумиров. Знаешь что, Люк, когда летишь как молния, упадешь как гром. Первой республике суждено было просуществовать всего 2,5 года. Что такое 2,5 года для жизни государства в рамках истории человечества? Это капля в море, почти ничто. За столь короткий промежуток времени невозможно качественно преобразовать общество, полноценно запустить внутренние и внешние экономические процессы, дать старт работе необходимых институтов, создать надежную армию. Тем не менее, появление Первой Республики сыграло в истории армянского народа очень важную роль, ведь она послужила фундаментом для становления армянской нации в дальнейшем. Друзья, перед тем, как начать рассказ, напомню, что лучший способ поддержать канал Репатриарх – это оформить подписку на Патреоне, если у вас не российская карта, и, соответственно, на Бусти, если карта у вас российская. Ссылки, как всегда, под этим видео. Сразу же хотел бы поинтересоваться, какому эпизоду или событию времен Первой Республики вы придаете особое внимание? С большим интересом ждем ваши ответы в комментариях. Для начала хотел бы прояснить один ключевой момент. Свой рассказ о Первой Республике я начал с того, что назвал ее появление основой для создания армянской нации. Возможно, кто-то может принять мои слова за принижение армянского народа, ведь большинство армян считает себя наследниками древнего этноса с богатой историей, культурой, обладавшего государственностью еще с древних времен и даже имевшего статус державы в эпоху Великой Армении. С моих же слов выглядит так, будто армяне стали впервые обладать собственным государством только в 1918 году. Конечно, это не так. Однако именно как нация они действительно начали формироваться в конце 19-го, начале 20 века. По моему личному опыту, люди часто путают понятия нации и национальности, которые по определению взаимосвязаны, но не тождественны. Если коротко, то нация – это более широкое по сравнению с национальностью понятие, возникшее в современном его понимании только во второй половине 18 века и вмещающее в себя такие атрибуты, как национальное самосознание и идентичность, государственный язык или религия, равенство граждан, их права и обязанности, закрепленные в Конституции, суверенитет, территориальные границы. Например, первыми нациями в истории человечества принято считать латиноамериканские, образовавшиеся в ходе борьбы против испанской короны. Затем с небольшим отрывом за ними последовали США и Франция. Наконец, к 20 веку пробуждение национального самосознания и необходимость в создании суверенного государства добралась и до армян. В вопросах исторической корреляции и демонстрации обособленности люди придают большое значение символам. Страна, в которой мы живем сегодня, имеет явную преемственность с Первой Республикой. Для понимания этого факта достаточно обратить внимание на сходство в государственной символике. Флаг современной Республики Армения полностью идентичен триколору Первой Республики, одним из авторов которого выступил выдающийся филолог и лингвист Степан Малхасянц. Гимн «Мэри Хайриник», написанный композитором и дирижером Барсегом Каначаном на стихотворение поэта Микаэла Налбандяна «Песня итальянской девушки», не только был гимном Первой Республики, но продолжает звучать по торжественным случаям и в наши дни. Герб Первой Республики имеет визуальное отличие в сравнении с нынешним, однако разница по большей части кроется в деталях некоторых элементов. В остальном же их основы идентичны. Щит с изображением в центре горы Арарат, окруженный 4 секциями, каждая из которых символизирует царские династии Багратидов, Аршакидов, Арташесидов и Рубинидов. Щитодержателями также являются орел и лев, а в основании герба мы видим уже знакомый меч, разорванную цепь, колосья пшеницы, перо и ленту. Государство, провозглашенное в Закавказье в 1918 году, принято обозначать как Первую Республику, но фигурирование порядка номера в названии говорит нам о современном взгляде на события тех лет. Непосредственно в годы существования оно называлось Демократической Республикой Армении или Араратской Республикой. ДРА появилась в очень хаотичное, полное вызовов время. Возьмем за точку отчета судьбоносный для большого количества народов 1917 год. Российская империя, крепко увязшая в Первой мировой войне и внутренних кризисах, приказала долго жить. Тем не менее, к началу 1917 года русская Кавказская армия
временное общевойсковое объединение Русской императорской армии на Кавказском театре боевых действий, успело продвинуться вглубь территории Османской империи более чем на 250 километров, овладев важнейшими и крупными городами – Эрзерумом, Ваном, Трапезундом, Эрзиджаном и Мушем, стоял на подступах к Битлису. Кавказская армия выполнила свою основную задачу – защиту Закавказья от вторжения турок на фронте с достаточно большой протяженностью. Февральская революция и отречение от престола императора Николая II вызвали хаос и брожение в войсках Кавказского фронта, которым с 1915 года командовал генерал Николай Юденич. В мае командующий был снят с должности за невыполнение предписания пришедшего к власти временного правительства и переведен в Туркестан, а армия тем временем постепенно утрачивала боеспособность. В течение всего 1917 года русская армия постепенно разлагалась, солдаты дезертировали, отправляясь по домам, что привело к концу года к полному развалу Кавказского фронта. К середине июля 1917 года на Кавказском фронте по предложению армянских общественных организаций Санкт-Петербурга и Тифлиса было создано 6 армянских полков. К октябрю здесь действовали уже 2 армянские дивизии. Кроме того, в конце сентября-начале октября в Тифлисе состоялся армянский национальный съезд, в котором приняли участие свыше 200 делегатов, большинством из которых были представителями партии Дашнак Цюцюн. Для координации действий и управления армянским национальным движением съезд создал 2 органа. Генеральный совет, в котором различные партии и течения были представлены в соответствии с числом их членов, и национальный совет, исполнительный орган, состоявший из 15 членов, 6 дашнаков, 2 эсеров, 2 социал-демократов, 2 народников и 3 беспартийных. После Октябрьской революции, свергнувшей временное правительство, на смену созданному последним для управления Закавказьем особому закавказскому комитету пришел Закавказский комиссариат. Независимое правительство Закавказья, созданное в Тифлисе в ноябре 1917 года. В него вошли представители грузинских меньшевиков и эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. По отношению к Советской России, Закавказский комиссариат занял откровенно враждебную позицию, поддерживая все антибольшевистские силы Северного Кавказа в совместной борьбе против советской власти и ее сторонников в Закавказье. В декабре между Закавказским комиссариатом и представителями Османской империи было заключено так называемое Эрзиджанское перемирие. Это привело к массовому отходу русских войск из Западной Армении на территорию России. В первой половине февраля 1918 года турецкие войска, воспользовавшись развалом Кавказского фронта и нарушив условия декабрьского перемирия, развернули под предлогом необходимости защиты мусульманского населения Западной Армении крупномасштабное наступление на Эрзерумском, Ванском и Приморском направлениях, в первые же дни заняв Эрзинджан. Вскоре турецкие войска заняли Трапезунд, а к началу марта, сломив трехдневное сопротивление немногочисленных армянских добровольцев, с помощью местного мусульманского населения овладели Ардаханом. После этого начался массовый исход армянских войск и беженцев из Эрзерума, которые через несколько дней достигли города Сарыкамыша. С падением Эрзерума турки фактически вернули контроль над всей Западной Арменией. Параллельно с этим Закавказским комиссариатом был создан Закавказский сейм, который возглавил грузинский меньшевик Николай Чхеидзе. Сейм должен был решить дальнейшую судьбу закавказских народов. На его заседании бурно обсуждались вопросы независимости и отношений с Турцией. В конечном счете, поиск долгосрочного решения привел армян, азербайджанцев и грузин к совместному созданию в апреле 1918 года Закавказской Демократической Федеративной Республики в пределах территории Бакинской, Елизаветпольской, Ереванской, Тифлисской, Кутаисской губерний, Батумской и Карской областей, Закатальского и Сухумского округов бывшей Российской империи. Однако, в силу непреодолимых политических разногласий, сильно обостренных этнических противоречий, а также неоднозначного отношения к османскому соседу и по причине его активного давления, Закавказской республике был отведен крайне незначительный срок жизни в 35 дней. После роспуска Закавказского сейма республика быстро развалилась на 3 де-факто независимых государства – Грузинскую демократическую республику, Азербайджанскую демократическую республику и Демократическую республику Армения. Неотъемлемым спутником молодой армянской республики было непостоянство. Об этом свидетельствует состояние границ государства, которые видоизменялись в зависимости от того или иного мирного договора. Территория Республики Армении стремительно и неоднократно меняла свои границы в период с 28 мая 1918 по 2 декабря 1920 года. То сжималась до небольшого пространства вокруг Еревана и южного берега озера Севан, то возвращала некоторую часть утраченных земель. В разное время в ее состав официально и неофициально
входили части Карской области, Елизаветпольской губернии, включавшей Зангезурские и Шушинские уезды, части Тифлисской и Ереванской губерний, включавшей Нахичеванский уезд. Вообще, Первая Армянская Республика – это страна, родившаяся в войне, жившая в войне и погибшая в войне. Единственным государством, с которым ДРА имела общие границы и поддерживала нормальные взаимоотношения, была Персия. С остальными же соседями у нее сложились довольно драматические отношения. Дважды Первая Республика напрямую вступала в тяжелейшую войну с Турцией в мае-июне 1918 года и в сентябре-декабре 1920 года. Один раз участвовала в непродолжительных боевых действиях с Грузинской Демократической Республикой из-за конфликта вокруг Халкалакского и Барчалинского уездов Тифлисской губернии, в которых подавляющим большинством среди населения были армяне. Несмотря на факт взаимного признания и даже установления дипломатических отношений, наихудшим и самым продолжительным был конфликт между Демократической Республикой Армении и Азербайджанской Демократической Республикой, который больше напоминал даже не войну, а взаимную резню. В отличие от сегодняшнего строгого сосредоточения враждебных друг другу этносов в пределах собственных государств, в те времена по региону было разбросано большое количество населенных пунктов со смешанным населением. Погромы и чистки происходили всюду, от Еревана и Баку до маленьких деревень Нахичевана, Зангезура и Карабаха. Произошедшее сильно изменило этнографическую карту Закавказья. Масштабы этих изменений хорошо видны на примере Зангезурского уезда. В 1897 году из порядка 138 тысяч населения 46,2% составляли армяне, 51,7% азербайджанцы. По данным же сельскохозяйственной переписи 1922 года, население, отошедшее к Армении части Зангезура, насчитывало 63,5 тысячи человек, среди которых армяне составляли 89,5%, а азербайджанцы – только 10,2%. Другим ярким примером можно назвать последствия этнической чистки в Шуши. В том же 1897 году в городе проживало 25 881 человек, из них 14 436 были армянами и 10 785 азербайджанцами. К 1926 году в Шуши осталось всего 5 104 человека, из них лишь 91 армянин. Территориальные претензии и нетерпимость на фоне нерешенных исторических противоречий в периоды политической нестабильности развязывают руки наиболее радикальным представителям народов, что в итоге выливается в массовое кровопролитие. Эта история затем повторится при развале СССР. Непримиримая вражда между армянами и азербайджанцами длинной красной линией тянется сквозь разные государственные строи, общие социальные потрясения, свободу и несвободу. И сказать врагам, что они могут отнять у нас наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу! Свобода! Ненадолго прерву свой рассказ, чтобы поведать вам о школе Туманян онлайн. Вовлекаться в армянскую повестку и быть в курсе армянской общественной и политической жизни лучше на армянском языке. Если по какой-то причине вы еще не начали его изучать, то сейчас самое время, ведь в Туманян онлайн пара скидок. По ссылке внизу вы можете пройти пробный урок и узнать о школе Туманян онлайн подробнее. Делитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы у ваших друзей и знакомых тоже появилась возможность изучить столь уникальный и самобытный язык. Рассказывая о первом в новейшей истории армянском государстве, невозможно обойти стороной бурление внутренних политических и социальных процессов, тем более что они наравне с внешними угрозами заложили фундамент для гибели республики. Первым руководителем страны был армянский революционер и руководитель самообороны Вана от турецких войск Арам Манукян. По его распоряжению из столицы Армении были выдавлены несколько армянских банд, которые занимались грабежом граждан. Вплоть до июля 1918 года Арам Манукян руководил новообразованной Республикой Армении до прибытия ее правительства в Ереван из Тифлиса. Впоследствии он стал первым министром внутренних дел республики, был министром труда и министром обороны. Арам Манукян умер от тифа 29 января 1919 года, заразившись им, помогая в лагерях армянских беженцев. Демократическая Республика Армения, как и нынешняя республика, была парламентской. В августе 1918 года начал работу предпарламент. В нем были представлены все политические партии армянского общества. Представители социал-демократической партии Гнчак, Дашнаки, кадеты, меньшевики, эсеры, большевики, а также представители этнических и религиозных меньшинств – 6 мусульман, 1 русский и 1 езид.
В июне 1919 года состоялись первые и единственные всенародные демократические выборы в парламент страны. В них мог принять участие любой гражданин, включая беженцев из Западной Армении, которому исполнилось 20 лет, независимо от пола и вероисповедания. Явка составила более 71%. Парламент в основном состоял из депутатов партии Дашнак-Цютюн. 72 из 80 депутатов, что составило около 89% граждан, принявших участие в голосовании. Таким образом, первое правительство Республики Армения было сформировано националистами из Дашнак-Цютюн, что позднее вызовет критику со стороны представителей других политических сил, углядевших в деятельности дашнаков склонность к авторитарным тенденциям. Также следует отметить тот факт, что в состав парламента были избраны 3 депутата-мусульманина. Их партия набрала более 3,5% или 9187 голосов избирателей. Армения того времени пыталась идти в ногу с прогрессом, что нашло отражение в избрании в состав парламента 3 женщин. Политика Варвары Саакян, медсестры Катерины Залян-Манукян, супруги Арама Манукяна и педагога Перчуи Партиспанян Барсегян. Более того, первым послом Армении в Японии и одной из первых женщин-послов в мире стала Диана Абгар, родившаяся в Британской Индии армянская писательница и политик, благодаря усилиям которой Япония признала в 1920 году независимость Демократической Республики Армения. Несмотря на некоторые положительные эпизоды в рамках внутриполитической жизни, социально-экономическое положение Первой Республики было крайне тяжелым. По оценкам правительства, более половины ее населения составляли беженцы и переселенцы, лишенные крова и пропитания. Селения были разрушены и опустошены, работы в них были полностью остановлены. Из-за отсутствия хлеба и острой нехватки других продуктов питания, жители армянских селений уже к октябрю 1918 года истратили посевные запасы, а вскоре очередь дошла до тяглого скота. В результате массового голода усилилось распространение инфекционных болезней, в первую очередь цепного тифа. По данным Министерства внутренних дел Республики Армения, к лету 1919 года из-за эпидемии сыпного тифа и голода страна потеряла около 192 тысяч человек. Республика Армения была изолирована от внешнего мира, поскольку единственная железнодорожная линия Карс-Александрополь-Джульфа была захвачена турками. После скоротечного грузино-армянского конфликта Грузия, пользуясь своим геополитическим положением, время от времени блокировала Армению и присваивала себе грузы, предназначенные ей. В отсутствие связи с Россией, Персией и Европой прекратился ввоз потребительских товаров. Возник острый дефицит товаров первой необходимости. Закрылось большинство промышленных предприятий, вследствие чего объем валовой продукции промышленности Армении в 1919 году сократился катастрофическим образом по сравнению с довоенным уровнем. Также на некоторых действовавших предприятиях рабочие трудились по 12-15 часов в сутки. Заработная плата выдавалась нерегулярно, к тому же царившая в стране инфляция резко снижала фактическую заработную плату рабочих и служащих. Деградировало и сельское хозяйство, основная отрасль экономики Армении. Посевные площади в стране в 1919 году сократились по сравнению с 1913 более чем в 4 раза, а валовая продукция сельского хозяйства в 6 раз. И тем не менее, правительство принимало меры для восстановления сельского хозяйства страны. В 1919 году была закуплена и раздана крестьянам посевная пшеница. В 1920 был принят закон о национализации помещичьих земель и раздаче их крестьянам. Закон о перераспределении обрабатываемых земель между деревнями. Был составлен предварительный план развития экономики страны, согласно которому правительство поощряло развитие небольших предприятий по производству коньяка, вина, сыра, консервированных фруктов и овощей. Пристальное внимание уделялось сельскохозяйственной кооперации. Сложная внутренняя и внешнеполитическая обстановка вызывала у большинства населения недоверие к идее самостоятельности Республики Армения. Большинство восточных армян, крестьян и представителей мелкой буржуазии, пострадавших от политического и экономического хаоса, мечтало о возвращении к России и прежней жизни. К воссоединению Армении с Россией призывали даже отдельные члены парламента. В представлении же беженцев истинной Армении являлась лишь их родина – Западная Армения. В течение первых месяцев существования республики морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в стране, негативно сказывалась на деятельности правительства. Власти проявляли неспособность к четкой и слаженной работе, в том числе в связи с разногласиями между парламентом и господствовавшей политической силой страны – революционной партией Дашнак-Цютюн. Положение еще больше осложнялось тем, что около 30% населения Республики Армения составляли мусульмане, представлявшие угрозу для молодого государства.
Мусульмане не только не признавали власть армян, но и зачастую противостояли этой власти с оружием в руках. Смутные очертания конца начали приобретать конкретную форму к весне 1920 года в виде большевиков и кемалистской Турции. До весны 1920 года отношения между Республикой Армения и РСФСР были ограничены в силу того, что эти государства были разделены белыми армиями Юга России. Советская Россия наотрез отказывалась признавать независимость Республики Армения и отклоняла предпринятые армянской стороной попытки установления отношений. В конце апреля 1920 года советская власть была установлена в Баку. Вслед за этим 11-я армия рабоче-крестьянской Красной Армии при содействии турецких кемалистов установила советскую власть почти на всей территории Азербайджана, в том числе и в Карабахе, откуда были выведены регулярные армянские войска. Между тем, в Александрополе в мае началось восстание большевиков против власти дашнаков, которое через 4 дня было подавлено, а его руководители казнены. Части 11-й армии РКК, вошедшие в Азербайджан, во взаимодействии с азербайджанскими войсками неоднократно пытались установить контроль над Зангезуром, но армянское ополчение под руководством Гаргина НЖД отчаянно отбивало эти попытки. Тем не менее, в начале июля части 11-й армии смогли пробить коридор в направлении Нахидживана. В это же время на Нахидживан из Еревана выдвигалась группировка армянских войск. Однако вскоре она наткнулась на 9-тысячный корпус турецкой армии, осуществивший марш-бросок в район Нахидживана. Установив взаимодействие с турецкими войсками, советские части взяли под свой контроль этот район. Наступление армян было блокировано с одной стороны наступательными операциями Красной Армии, с другой – массированной атакой турецких сил. В конце июля в Нахидживане была провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая Республика. Луч надежды промелькнул во французском городе Севр, где 10 августа 1920 года в результате переговоров между победившими в Первой мировой войне странами Антанты и присоединившимися к ним государствами, в том числе Республика Армении, с одной стороны, и проигравшей султанской Турции с другой, был подписан Северский мирный договор. Согласно нему, Армения с подачи американского президента Вудро Вильсона должна была получить 2/3 территории вилаятов Ван и Битлис, но без южных районов с мусульманским большинством, почти весь вилаят Эрзурум и восточную часть вилаята Трапезунд, населенную лазами и греками, включая одноименный порт. Великое национальное собрание Турции, во главе которого стоял Мустафа Кемаль Ататюрк, отказалось ратифицировать договор, подписанный султанскими представителями, фактически потерявшими власть в стране. Кемалисты не собирались признавать условия договора, по которым им пришлось бы отдать Армении часть турецкой территории. Добиться исполнения условий Северского мирного договора Армения могла бы лишь победой в войне, однако силы сторон были явно неравны. Армения располагала армией, численность которой не достигала и 30 тысяч человек, тогда как турецкая армия обладала войском в 50 тысяч. Помимо регулярных войск, кемалисты могли рассчитывать на многочисленные нерегулярные вооруженные формирования, также готовые воевать против армян. Армянская армия, которую считали наиболее обученной и дисциплинированной в Закавказье, была морально и физически измотана в результате участия в практически непрекращающихся с 1915 года войнах. Первая республика не могла рассчитывать и на серьезную внешнеполитическую поддержку, тогда как турки пользовались дипломатической и военной помощью со стороны Советской России и Азербайджанской ССР. Кроме того, правительство РСФСР направило кемалистам 6 тысяч винтовок, свыше 5 миллионов винтовочных патронов, 17 600 снарядов и 200 килограмм золота в слитках. Вильсоновская Армения так и осталась несбыточной мечтой, а по прошествии столетия обрела среди армян статус мифа. Осенью 1920 года Турция начала масштабное наступление в Карской области, которое закончилось взятием самого Карса, а затем и Александрополя. После этого под угрозой захвата был Ереван. Потеряв за 2 месяца 2/3 довоенной территории Армении, дашнакское правительство 18 ноября вынуждено было заключить перемирие, а 2 декабря Армения и Турция подписали Александропольский договор. Интересная деталь данного события заключается в том, что договор подписывали с одной стороны еще никем не признанное правительство, а с другой правительство, потерявшее власть. Дело в том, что за несколько часов до подписания Александропольского мира дашнаки заключили соглашение с представителями РСФСР об установлении в Армении советской власти, после чего Красная Армия незамедлительно вступила в Ереван. Заключенные в дальнейшем Московский и Карский договоры окончательно установили советско-турецкую границу. Первая республика прекратила свое существование. Дорогие подписчики, перед подведением итога попрошу вас поддержать нас подпиской на инстаграм-аккаунт канала Репатриарх.
Судьба оказалась неблагосклонной к первой попытке армян построить современное и свободное государство. История Демократической Республики Армения – это буквально история борьбы за выживание, изнурительного и трагического противостояния как с внешними врагами, так и друг с другом. Армяне резво ухватились за долгожданную возможность создать место, где их соотечественники могли бы собственноручно принимать решения относительно будущего своей нации и брать ответственность за их последствия. Место, где они могли бы чувствовать себя защищенными от посягательств на жизнь и достоинство. Однако, в конечном счете, армяне пали жертвой чужих интересов, предательств и внутреннего раздора. Согласитесь, звучит до боли знакомо. И все же, появление Первой Республики сыграло огромную роль в формировании армянской нации. Без нее, возможно, не было бы той страны, в которой мы живем сегодня. Как и 100 лет назад, перед нами стоят те же проблемы, те же внешние и внутренние вызовы. Благодарим вас за уделенное время. Надеемся, вам было так же интересно погрузиться в прошлое, как и нам. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и распространяйте это видео, если тоже придаете большое значение появлению Первой Республики и ее истории. В завершение попрошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока!